Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова начинаю снимать домашний влог. У нас снова плохая погода, точнее, у нас всегда плохая погода в последнее время. На самом деле, девочки, честно скажу, так хочется уже тепла. Я знаю, что у некоторых из вас уже больше 20 градусов, причем уже давно. Но у нас до 10 не доходит градусов вообще. Ну, уже надоело, уже, знаете, уже... Все зазеленело, деревья зелененькие, травка зелененькая. И уже вот прям вот смотришь в окошко, ну лето, уже хочется в футболке ходить. Не в куртке, как мы сейчас ходим, да, а именно в футболочке. Выходить на улицу, греться на солнышке, не знаю. Что-то мне надоело, короче, такая погода вообще жутко. У нас то дождь, то ветер, то дождь, то ветер, то дождь, то ветер. И так целыми днями. Ну, в общем... Ладно, я тут решила себя немножко порадовать, сделала себе заказ, не удержалась, девочки, честно, не удержалась. Я заказала себе кое-что из магазина Sunlight. Я знаю, что многие, ну, как бы не многие, мне кажется, 50 на 50, кто очень так негативно относится к Sunlight, кто-то позитивно относится к Sunlight, ну, у каждого из нас, скажем так, разное мнение, я бы так это назвала, но многие из вас... просят меня, если я что-то заказываю, показывать, да, если я что-то покупаю в Sunlight, показывать украшения, потому что кому-то тоже нравится Sunlight, так же, как и мне. На самом деле, я не могу сказать, что мне нравится именно конкретно Sunlight, да, именно конкретно этот магазин. Мне кажется, вот закроется Sunlight, откроется какой-то подобный магазин с подобными ценами, с подобным ассортиментом, и я буду замечательно себе покупать там и даже не расстроюсь. Раньше, кстати, очень был популярен магазин 585. Вот сейчас какой-то 585 золотой есть, а раньше был просто 585, назывался магазинчик. И там, кстати, в основном было золото, оно такое достаточно недорогое. У меня есть там оттуда украшения, которые мне муж там покупал, дарил. Я даже себе что-то сама покупала. Вот, но на тот момент я серебро, кстати, не носила. Носила только золото, но и серебра там было очень мало. Я помню, маленький такой совсем отдельчик был. Но этих магазинов было много, столько же, сколько Sunlight. Потом не знаю, куда он делся. Теперь Sunlight. Вот. Ну, закроется Sunlight, будет кто-то другой. И бы... покупать себе что-то там, потому что, ну, как бы вот к украшениям из серебра, ну, наверное, я отношусь больше, наверное, как к бижутерии. То есть для меня украшения из серебра – это те украшения, которые, ну, знаете, под настроение, под какое-то милое платьице и тому подобное, да, то есть что-то такое. А, конечно, уже украшения там из драгоценных металлов, таких как золото, там, не знаю, будь то белое, лимонное, неважно, да, то уже, конечно, я, ну, оно такое же более классическое для меня, более такое... Ну, в общем, вы поняли, надеюсь, да? В общем, сразу скажу, что я в Sunlight покупаю все, покупаю на свои деньги. Мне никто ничего не присылает и так далее и тому подобное. И этот заказ у меня был тоже куплен на свои денежки. Единственное, что я оплатила онлайн. Оплатила онлайн почему? Потому что... часто, когда приезжает курьер, особенно вот этой компании, которая сейчас вот по Санкт-Петербургу, по крайней мере, привозит, это PDP, как-то так она называется, да, курьерская компания, у них очень часто не работает вот, ну, вот эта вот штучка, да, которая карты, чтобы можно было платить, а куда-то бежать сейчас снимать наличные мне не хотелось, поэтому я платила картой. Оплатила онлайн только из-за этого. Но вот эта вот доставка, на самом деле, PDP, она как бы... оставляет желать лучшего, потому что они никогда не привозят в тот день, когда должны были привезти. И бывает такое, что звонят, типа, я у вас через 15 минут буду. И трава не расти, сиди, жди целый день их как бы дома. Вот это вот, эта курьерская служба мне очень не нравится. Ну, давайте покажу уже вам украшения. Вот, девочки, DPD, я очень извиняюсь, неправильно назвала в самом начале. DPD, курьерская служба называется. Вот она как бы, ну, вообще не очень. И в этот раз я уже как-то заказывала у них онлайн, и мне привозили, я имею в виду, с доставкой на дом, да, то есть не тогда, когда вы забираете с магазина, а с доставкой на дом. И мне привозили такую большую коробку, и в ней было очень красиво все запечатано, но у меня тогда сумма заказа была больше, чем сейчас, может быть, из-за этого, не знаю. В этот раз привезли вот просто два пакетика их стандартные, две коробочки, и вот здесь вот у меня был подарочек, который, кстати, подарок прикольный. Сейчас я вам тоже покажу. Ну, как всегда, вот, да, в коробочках еще вот этот мешочек, ну, вот это стандартная их, да, упаковка, ленточки, ну, я все это уже сняла, естественно, посмотрела.
Тут вот эти каждое изделие в пакетике. И давайте я вам покажу изделия. Первое, это я заказала два шейных украшения. Так, надо на чем-то светленьком показать. Ну, давайте вот на пакетике покажу. Я заказала вот такое украшение. Я давно на него смотрю. В магазинах я ни разу не видела. Я видела... Сейчас вот сюда на свет. Я видела только вот это украшение в виде браслетика. Ну, как-то вот браслетик мне не очень, а шейное украшение я ни разу вживую не видела. И давно смотрю на сайте. Купила со скидкой 68, по-моему, процентов, но что-то больше 60 было. Вот. И очень оно мне понравилось. Боже, это итальянская вот эта коллекция. Я вам артикулы здесь подпишу, стоимость тоже подпишу. Вот, здесь идут, видите, фокус не хочет, такие вот камушки вот здесь вот, да, и вот такой вот кренделечек в виде сердечка, я не знаю, как назвать, и вот это вот плетение очень нравится вообще, вот это вот у итальянской коллекции, там же их много всяких разных, да, у них вот это плетение цепочки, оно очень красиво, мне нравится, вот такой вот красивый кренделечек я себе заказала, и второе украшение тоже шейное. Ну, на лето как-то мне очень хочется всякие шейные такие украшения. Это уже вот такое сердечко. Оно просто обычное сердечко, да, без всего. С этой стороны просто вот идет, ну, здесь гравировка, что это Sunlight и проба. И вот такая вот, это якорная, по-моему, называется цепочка. Она достаточно такая тоненькая. Единственное, что вот это украшение... Оно мне безумно понравилось, но оно такое, то есть в нем спать вот нельзя ни в коем случае, потому что, видите, само украшение большое, а цепочка очень тоненькая. То есть цепочка, конечно, может порваться, но заменить ее на любую другую серебряную, мне кажется, вполне даже возможно будет. И здесь вот, вот это шейное украшение, оно, видите, регулируется еще по... Ну, как сказать, по длине, да, то есть вы можете сделать его чуть-чуть покороче, чуть-чуть подлиннее, как вам больше всего нравится. Ну, вот это сердечко мне очень понравилось, так что у меня, в принципе, таких два сердечка, одно, ну, получается, в лимонном, скажем так, золоте, а другое, да, в серебре. В этот раз мне дали вот такую подвеску, на которой написано на чем-то беленьком, наверное, да, так вот, на котором написано love. Вот видите, еще какая-то, кстати, коробочка такая мне пришла, грязненькая. Просто написано love, без камушков, без всего. И вот так вот будет подвеска. Это вот эти подвески, которые дают в подарок. Я как-то спрашивала у продавца. Это, ну, у продавца в магазине. Это не серебро, это... Хотя здесь вот с этой стороны, наверное, не видно. Вот на самой дужке... Наверное, мне не сфокусируется, не видно. Вот здесь на самой дужке просто написано SL, Sunlight. Но это не серебро, это, ну, как бижутерия, просто такой, как бы, металл, в общем. То есть они могут облезть спокойно, но подвеска прикольная, мне очень понравилась. Вот так вот, девочки, выглядит эта подвеска в виде кренделечка вот этого. Я не знаю, я когда смотрела браслет, мне он как-то почему-то не приглянулся. Там такой браслетик, ну, тоже увидите из этой коллекции, там видно. Вот. Почему-то мне как-то вот браслет не приглянулся. А вот шейное украшение, не знаю, хочу ли я браслет еще к этому украшению. Ну, вот сейчас думаю, что надо стоит. Мужу моему очень понравилось вот это украшение. Вот это больше даже, чем второе вот это сердечко, да, ему очень понравилось. Мне кажется, летом вообще очень классно, да, летом вообще огонь будет. Вот, так что вот такое украшение, видите, как оно смотрится? Очень, мне вообще прям огонь, мне нравится, я прям без ума от него. Сейчас покажу второе. И вот так вот выглядит второе. Это я его застегнула на самую длинную часть. Вот так вот оно выглядит. Очень мне тоже нравится. Вот это сердечко. Посмотрите, девочки, как классно. Ну, классно. И вот эта цепочка, она немножечко на солнышке. Ну, вот видно, да, немножко переливается. Вот так вот. Очень тоже красиво, симпатично. Летом сейчас вообще будет классно. Я люблю такие украшения. И, кстати, меня как-то спрашивали по поводу качества еще украшений. Вообще... Не только в Sunlight, но и другие украшения с других магазинов, скажем так, да, потому что Sunlight это же не только производитель, это еще, это просто магазин, где можно также, я не знаю, Соколов там найти, еще много всяких, да.
производителей. Вот, у меня вообще в принципе ни разу не было такого, чтобы из украшения выпали камушки, будь то там натуральные камушки или просто фианитики какие-то, да. Такого ни разу не было. Единственное, что у меня случалось с украшениями, это то, что я теряла. Вот у меня был там браслет, я как-то порвала его, потеряла, там цепочки у меня были, рвались. Ну, как бы это и все. То есть, может быть, либо я их так ношу, либо, может быть, мне так везло на украшения, что у меня вот как бы они хорошие. Но при покупке, если вот я покупаю в магазине, в принципе, и сейчас с доставкой, я просмотрела хорошенечко. Всегда вот если есть камушки, я всегда смотрю аккуратненько, ну, чтобы было все хорошо. И цепочку я тоже всегда смотрю, чтобы она везде хорошо, то есть не было вот незакрытых звеньев, чтобы камушки были все вот углублены. То есть обязательно всегда смотрю изделие, может быть, поэтому у меня так и получается, что камушки не выпадали ни разу. Есть серебряные изделия из Sunlight, которые у меня немножко потемнели, я их чистила. Это вот у меня была цепочка, которую я купила рублей за 200 или 300, такая маленькая вот сюда. И какие-то сережки. Вот эти вот сережки, кстати, тоже из магазина Sunlight. Вот такие ключики у меня. Я их тоже чистила, но камушки не выпали. Тоже им уже, наверное, ну почти, наверное, год, мне кажется, где-то примерно год. Вот. И они у меня темнели. Вот темнели с той, с внутренней в основном стороны. Вот раза два я их, наверное, чистила. Но это серебро. Серебро в любом случае мы чистим. Так что как-то так. Но мне безумно нравятся вот эти украшения на лето с какими-нибудь платьями. Это будет просто потрясающе. Я отношусь к этому как просто украшениям, которые приносят мне удовольствие. И все. Сейчас еще к обеду, к супчику, и буду делать вот такие гренки из хлебушка. В духовке я их делаю. У меня муж в последнее время покупает хлеб, только у нас его никто не ест. И он начинает, ну, соответственно, такой черствый становится, хоть и в холодильнике храню, но уже такой невкусный. Я делаю вот с такими специями. Вот этот вот чесночный порошок я буду заказывать сейчас еще. Посмотрите, я его весь просто добавляю везде, в курочку, очень вкусно. Он в любое блюдо. Я начала снимать, подруга начала пить. Да, подруга? Так всегда. Все, я могу дальше продолжить снимать. Спасибо. Спасибо, родная. Спасибо, моя родная. Спасибо. Ой. Вот. В общем, везде добавляю вот этот чесночный порошок. Очень нравится. Прямо обалденный. И также добавляю сухой укропчик. Это у меня подписано. Чуть-чуть черного перчика. И вот такое у меня оливковое масло. Вот. Сейчас все это перемешаю. И где-то минут на 15, на 170 градусов, можно на 180. Ну, я так делаю, чтобы они просто подсушились немножечко. Ну, и перемешались вот эти вот все ароматы. Прямо так на противень выливаю, как вы видите. Просто сейчас чем-нибудь ложечкой или руками перемешаю. И в духовку будут вкусные такие греночки. Очень меня любят все мои мужчины вот в таком виде. А хлеб как-то мы в последнее время не едим, но муж покупает. Наверное, ради гренок вот этих. И, кстати, сейчас поставила своей подруге вот такую кастрюлю, девочки, потому что... Ну, ест она сухой корм, до этого же каши ела, она столько много воды не пила. Сейчас ест сухой корм, поэтому выпивает в день, ну, плюс коты еще. Ну, в общем, кастрюлю, короче, выпивает в день воды. Вот, и поставила ей кастрюлю, надо будет какую-то мисочку ей купить, не знаю. Но у нас была, ну, такая обычная миска, она же для корма предназначена, в общем. В общем, пьет из кастрюли сейчас ей как раз. Я ей просто раз в день меняю водичку, чтобы свеженькая была, даже иногда почаще. Вот, а так вот такая вот она, да? Красавица моя. Вот. Но корм все равно плохо ест. Бандитка такая. Ты бандитка? Да? Воспитывает она меня. Воспитывает. Говорит, дай мама, чтобы вкуснее, да? Дай, чтобы вкуснее мне. Ну что мне твой корм, скажи? Вот такая подруга у меня. И вот такие вот греночки у меня получаются. Они у меня такие не сильно подрумяненные. Вот такие, видите, слегка корочка такая. Делаю так специально, чтобы они внутри были мягкие. То есть они сверху получается такая корочка, а внутри мягенькие, как хлебушек. И еще забыла сказать, добавляю соль. Вот вы видите, крупную такую соль. Вот. И вот в этой своей такой мисочке тканевой как раз
ставлю на стол, очень моим мужчинам нравится. Но я лично люблю гренки, кстати, из белого хлеба, именно хлеб белый, тоже вот с солью, с чесночком и со всякими специями. Даже как-то одно время, помню, специально покупала вот такой, знаете, как не кирпичик, а круглый такой белый, именно хлеб белый, вот, чтобы делать из него вот такие греночки. Ну, а сейчас вот, так сказать, чтобы не пропадало, будет вот такая штучка у нас к обеду. А мой старший сыночек сегодня впервые сам сделал... Ну, они это называют мини-пиццы. Это вот такие булочки с колбаской и с сыром. И здесь еще помидорку намазал. Ну, я ему, конечно, помогла, показала, как духовка включается, как да. Что. Но он сам все вытащил, сам положил на тарелочку, одну штучку папе отложил. Да, а самую нас... большую причем. Так что вот такая вот у меня умничка. Вот, так что молодец он у меня, учится, ну, ему нравится. Тут недавно кран мне даже починил. Не кран, да. А... Ну, подмойкой типа, там подтекала да. У нас. Я там чуть-чуть подвернула, все готово. Да, и он мне там кран подвернул, и у меня больше не текло. Так что вот такие вот у меня мужчины. Да. Мужчины у меня ухаживают за мной по-всякому. Да. Даже готовят вкусняшки. Не только папа у нас готовит, но и старшенький сынок. Ну, скоро младшего подтянем, да? Да, когда он вырастет. Да. Сейчас тут сижу на диване, и девочки мои тут. Девочки. Девочки на диване сидят, отдыхают. Раз девочка и два девочка. Это кошка. Меня, кстати, спрашивали по поводу, ловит мышей или нет. Вот она ловит мышей, а кот вообще не ловит мышей совсем. А вот она умничка. Кстати, сегодня утром принесла только маленькую такую мышку. На крыльцо она их складывает. Она их ну просто душит и на крыльцо складывает. Тут по соседям ходят везде, в общем, ловит. Хотя уже старенькая. Вот, так что тоже наловилась, видно, ночью отдыхает. Вот. Ну, и эта подруга тоже отдыхает. Подруга дней моих суровых. А кот у нас не ловит мышей совсем. Он даже, ну, может быть, за всю жизнь, наверное, пару паучков съел. Ну, и муху... Нет, он пытался мух поймать. Пытался, честно пытался, но... Нет, это не его, не его конек. Он на улицу-то выходит, девочки, у нас как дикарь какой-то, знаете. Тут только около у меня вдоль дома, то есть крыльцо, и сразу вдоль дома и растут мои розы. Вот он их удобряет, и как бы на этом все. Это вот его максимум. Нет, еще может там летом, когда совсем уже тепло, вечерком там до беседки пройти, знаете, как дикарь какой-то. Вот, а так он дома в основном тусуется, никуда не ходит. Ну и с окошка на птичек смотрит и мяукает, и все. Знаете, как они так ми-ми-ми-ми так делают. Вот так вот он. Вот. Ну а я буду с вами на сегодня прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч.